Могилев 330. Так называется новая цифровая подстанция неподалеку от деревни Подбелье. Объект, аналогов которому пока нет в стране, практически полностью работает за счет автоматизированных цифровых систем. Это первое и на постсоветском пространстве, да и в Европе по линейке напряжения 330. Здесь применена цифровая подстанция. Что такое цифровая подстанция? Когда стандартный вариант, это сотни километров оперативных кабельных цепей, которые проходят по подстанции. Здесь все в оптоволокне. Оптоволоконная кабельная продукция и оптические трансформаторы тока, что дает возможность собирать всю информацию, все защиты, которые установлены, они тоже все современные электронные. Ну и главное, что все оборудование, которое поставлено одной из ведущих сегодня поставщиков, компания ABB, это европейская ведущая компания, поэтому вот такая хорошая подстанция получилась. Впервые подстанцию в этом месте открыли больше 50 лет назад. Новое время и новые технологии требовали обновления оборудования. Менять систему решили кардинально. На подстанции «Могилев-330» внедрили самые современные цифровые системы. Еще один плюс реконструкции – компактность нового оборудования, которое теперь занимает вдвое меньше площади. Длилась реконструкция 3,5 года. Стоимость обновления – 41 миллион евро. Проект осуществили с поддержкой словенской компании. Это уникальный объект. Здесь применены передовые цифровые технологии и современное решение. Это позволяет и повысить надежность работы Могилевского энергоузла. В дальнейшем существенно снизится эксплуатационные и трудовые затраты по обслуживанию станции. Здесь же применены новые подходы по обработке и анализу, сбору информации. Это позволяет оперативно мониторить работу и оборудования, и электрических сетей, как высоковольтных, так и распределительных, которые отсюда, с этой подстанции выходят. Сегодня «Могилев-330» – ключевая подстанция не только для Могилевской области, но и одна из базовых подстанций в белорусской энергосистеме. Находится в центре нагрузок, принимает электроэнергию от Лукомельской ГРЭС. И уже отсюда энергию получают 8 районов Могилевщины. Кроме того, подстанция обеспечивает транзит электроэнергии между Могилевщиной, Гомельской и Витебской областями. Опыт реконструкции подстанции в Могилевском районе станет примером создания таких же проектов и в других регионах Беларуси.